Между тем, ремонт теплотрассы в Новосибирске контролируют общественники. Энергетики восстанавливают коммуникации за счет дополнительных денег от повышения тарифов на тепло. Сегодня проверили ремонт сетей на улице Бориса Богаткова и на перекрестке Дачной и Дмитрия Донского. Как идут работы и когда закончат эти объекты, узнал Александр Сульдин. Хороший у нас бетон, не разбивается совсем. Плита, уложенная еще в 60-х годах прошлого века, с трудом поддается современному гидромолоту. Судя по всему, отечественные строители тогда не жалели цемента на теплотрассах. Цемент хороший, и мы столкнулись с тем, что вот на одном из объектов он даже намного лучше, чем мы ожидали. В связи с этим вот небольшой срыв по сроку произошел. Он очень сложно ломался. Мы вместо 2 недели на нем просидели. Сейчас здесь очищают и утрамбовывают дно траншеи, на него уложат бетонные конструкции, в них новые трубы взамен изношенных старых. Это кусок старой трубы, на котором, в принципе, видны все ее недостатки. Это и поражение в результате постоянного взаимодействия с грунтовыми водами и применения устаревших технологий. Например, вот этот узел называется компенсатор. Если не вдаваться в технические подробности, то без него трубу просто разорвет. Недостаток в том, что нужно постоянно следить за тем, чтобы вот эти гайки были хорошо затянуты. Если они ослабляются, рабочий спускается в тепловую камеру и, соответственно, там орудуют большим гаечным ключом. На современной трубе такой трепетной заботы не потребуется. А еще новые трубы будут шире этих на 20 сантиметров, чтобы по ним можно было подавать тепло в дома, которые еще не построены. А при повреждении не надо будет перекапывать всю теплотрассу. В оболочке труб медный провод, который через специальную систему укажет ремонтникам место порыва. Заменят более километра теплотрассы. Срок окончания работ, он у нас регламентирован началом отопительного сезона, то есть... Всю технологию мы должны закончить к ОЗП, это 15 сентября. В Новосибирске ремонтируют 20 участков теплотрасс, это 12 километров, самые изношенные, без ремонта более полувека. Пока такие объемы работ рекорд, их выполняют благодаря переходу региона в тарифную зону. Новосибирцы заметят это в коммунальных платежках, оплата за тепло выросла больше, чем обычно. Однако энергетики обещают более надежную работу и обновление системы теплоснабжения. Дополнительные деньги тратят именно на ремонт, который уже давно назрел. Это демонстрируют общественникам. Да, тепло в дома – это успеет, я полагаю. Но вот восстановить проезжую часть – много-много вопросов. Такие встречи с общественниками у траншеи энергетики намерены проводить каждую неделю. Таким образом, активные граждане смогут увидеть все этапы ремонта и технического перевооружения теплосетей Новосибирска. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.